Hyundai, как социально ответственная компания, активно принимает участие в экологических проектах. Мы безгранично рады принять участие в международном фестивале «Эко-этно-Курак», участники которого являются представителями сфер искусства и креатива. Главная цель данного мероприятия – это показать, как ткань, собранная из лоскутков, может повлиять на сохранение окружающей среды. Кыргызстан – страна, в которой преобладает швейное производство, и отходы из данного производства наносят большой урон экологии. Народное изделие «Курак» является одним из решений данного вопроса. Для нас, как для зрителей, было удивительно узнать, что из маленького лоскутка можно создать невероятную красоту. Мы очень надеемся, что фестиваль найдет свое продолжение и последователей этого народного творчества. Я думаю, с такими партнерами все у нас получится. С вашего позволения, я хотел бы предоставить слово генеральному партнеру. Сейчас, конечно же, под ваш аплодисменты исполнительный директор компании «Азия Моторс», официальный представитель автомобильного бренда «Хёндай» в Кыргызстане, Гульжан Бекташевна Алипсатарова. Пожалуйста, вам слово. В первую очередь, конечно, хотелось бы поприветствовать и поблагодарить гостей этого фестиваля. Ну и особую благодарность я хочу сказать самым красивым, самым смелым женщинам, которые организовали все это. Это не только заслуга «Азия Моторс», это в первую очередь заслуга концерна-производителя «Hyundai», который поддержал нас. Вашему объединению я желаю много-много успехов, много-много побед, и чтобы ваш фестиваль путешествовал по миру, как можно больше стран покорял. Спасибо. Ваши аплодисменты. Спасибо огромное. Чао, Рахмат.